сомнений в том, что правильное питание идет на пользу организму. Ведь мы – это то, что мы едим. Как говорил Сократ, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Как сделать так, чтобы еда пошла на пользу и извлечь максимум ценных веществ из продуктов? Здоровое питание – что это? Все знают, что нужно питаться правильно. Но что на самом деле кроется за этим понятием? Здоровым считается такое питание, при котором человеку обеспечивается полноценное развитие, рост, жизненная энергия и отличное самочувствие. Наукой доказано его положительное влияние на организм, особенно в сочетании с физическими упражнениями. Многие ученые сошлись во мнении, что здоровая пища способствует долголетию и предупреждает ожирение, развитие сахарного диабета, проблемы с сердцем и сосудами. Питаться правильно значит не только следить за калорийностью пищи, но и разнообразить ее. Необходимо, чтобы в рацион входили продукты из разных групп – овощи, фрукты, злаки, молочные и кисломолочные продукты, мясо и рыба. Монодиеты, состоящие из одного продукта, в значительной мере лишают организм большого количества питательных веществ. Оставаться в нормальном весе можно, употребляя все вышеперечисленное. Правильное питание и его польза. Проблема современного мира – это еда быстрого приготовления, фастфуд. С одной стороны, это просто и удобно, экономит время. Но поглощая такую пищу ежедневно, ваш организм вряд ли вам скажет спасибо. И даже если сейчас вы чувствуете себя хорошо, это не значит, что в будущем здоровье будет на том же уровне. Если вы решили придерживаться здорового рациона, вам придется максимально сократить потребление следующего. Полуфабрикаты, сладкая выпечка, конфеты, сладкие газированные напитки. Одними из самых вредных продуктов питания диетологи считают чипсы и газировку. Они несут минимум пользы и много калорий, жира или сахара. Чтобы все системы организма работали слаженно, необходимо не забывать о том, что вы отправляете себе в рот каждый день. Не стоит поддаваться соблазнам схватить что-то вредное на бегу. Мы выбрали эту тему, потому что посчитали ее достаточно актуальной в наше время. В возрасте от 10 до 14 лет дети проходят через множество изменений, как в образе жизни, так и в психологической, эмоциональной и физических сферах. Школьники проводят вне дома намного большее время и становятся менее зависимы от родителей. Постепенно ребенок совершает множество открытий и учится принимать решения – пойти на урок или прогулять, съесть столовый плов или купить чипсы на автобусной остановке. Все чаще вместо полноценного обеда школьники просто быстро перекусывают на ходу. Быстро перекусить и насытиться этим удовольствием не всегда бывает полезно. Подростки питаются неправильно. Мы едим то, что является полезным и вкусным, по нашему мнению, часто предпочитая продукты в ярких упаковках и знакомых с экранов телевизора. Немаловажное значение в обеспечении рационального питания имеет правильное составление меню основных приемов пищи. Первый прием пищи должен обеспечить подростку энергию на весь день, поэтому завтракать нужно в обязательном порядке. Например, бутерброд с маслом и сыром, какао, чай, йогурт, яичница или омлет, каша на молоке, запеканки. Второй прием пищи обязательно должен содержать жидкую пищу. Юношам в подростковом возрасте нужен комплексный обед с первыми и вторыми блюдами. Обед обычно состоит из четырех блюд. Закуска, первое горячее блюдо, второе горячее блюдо, сладкие напитки или сладкое блюдо. Каждое из перечисленных блюд выполняет свою функцию. И третий прием пищи – ужин. Должен быть достаточно легкий. Например, кашу, рыбное блюдо с гарниром или творожное блюдо. Позже у вас всегда хватает решимости и силы воли, чтобы радовать себя вкусной и полезной пищей. Живите здорово, радуйтесь каждому дню, всегда находите время для себя.